Здравствуйте, ребята! Говорю вам «здравствуйте». А это значит, что всем вам желаю здоровья. Слово «здравствуйте» очень старое. Связано со словом «дерево». Когда-то давно люди, произнося слово «здравствуйте», желали другим быть здоровыми, крепкими, могучими, как дерево. Как дуб, например. И теперь мы, когда говорим это слово, желаем человеку быть здоровым, сильным и крепким. Дорогие ребята, давайте сыграем в игру «Знание – сила». Какие растения с характерным резким запахом являются хорошим средством в профилактике простудных заболеваний? Какие вещества обязательно надо употреблять, если вы испытываете утомление и упадок сил, особенно весной? Продукт из фруктов, который рекомендуется выпивать за 30 минут до еды. Что способствует закаливанию организма? Сколько раз в день нужно чистить зубы? Верно ли, что кактусы снимают излучение от компьютера? Микробы очень маленькие и живые, они попадают в организм и вызывают болезнь? Что нужно делать, чтобы защититься от микробов? Верно ли, что жевательная резинка сохраняет зубы? Правда ли, что летом можно запастись витаминами на целый год? Правда ли, что ежедневно надо выпивать по 2 стакана молока? Что дает занятие спортом? Какие вредные привычки губят здоровье человека?
Пришло время для спорта. Здесь вам нужно будет выполнять 3 упражнения. Ваша задача за 1 минуту сделать как можно больше приседаний или выдержать стоя на планке или стоя в позе ласточки. Проверьте свою выносливость. За здоровый образ жизни голосуем мы, друзья. Будьте с нами, не зевайте и движения повторяйте. А сейчас, ребята, давайте с вами продолжим народные пословицы и поговорки, посвященные здоровому образу жизни.
Переходим к загадкам о режиме дня. Смотрит к нам в окно луна, значит, спать давно. После ужина веселье. В руки мы берем гантели. С папой спортом занимаемся, маме нашей. После обеда можно сладко поспать, а можно и во дворе. Всегда я мою руки с мылом, не надо звать к нам. После душа и зарядки ждет меня горячий. Режим, конечно, не нарушу. Я моюсь под прохладным. На зарядку встала вся наша дружная. Утром в 7 звенит настырно наш веселый друг. Стать здоровым ты решил, значит, соблюдай. Мы желаем вам, ребята, быть здоровыми всегда, но добиться результата невозможно без труда. Постарайтесь не лениться. Каждый раз перед едой, прежде чем за стол садиться, руки вымойте водой. И зарядкой занимайтесь ежедневно по утрам. И, конечно, закаляйтесь. Это так поможет вам. Свежим воздухом дышите. По возможности всегда. На прогулки в лес ходите. Он вам силы даст, друзья. Мы открыли вам секреты, как здоровье сохранить. Выполняйте все советы, и легко вам будет жить. Ведь наше здоровье в надежных руках. До свидания, до новых встреч, ребята!